Такой начинает чам стайлом. Топи. Эндо 180. Один из самых сложных трюков. Нет потери контроля. Будет костер. Костер. Лимитер. Прекрасно. Блокировка. Три. Блокировка. Три. Блокировка. Три. Дрифт. Отличный контроль. Отличный контроль дрифта. Сохраняет у нас площадочка. Послышим, как начинает свистеть резина. Прекрасная перепрыжка была в дрифте. Продолжает дрифтовать. Делает всевозможные комбинации. Слайд. Опять перепрыжка. Молодец, Арнс. Молодец. Джамп. Будет стоп, я думаю, нет. Крест. Танцует. Очень красивый, сложный трюк. Блокировка. Дрифт. Трекстендер. Прекрасный контроль. И сейчас он даст дымку. Агрессивный скоростной трюк, уход в таком агрессивном дрифте. Прекрасный трюк, стойка на голове, доволен собой спортсмен. Блокировка, выход с дрифтом. Дед спин. Лайт сайд. Коленочка. Джамп. Прекрасный джамп стайл. Пробежка. Джамп. Отлично. Очень свободно себя чувствует спортсмен. Просто шквал трюков. Просит вашей поддержки. Вот этот трюк очень красивый, действительно. Посмотрите, какой контроль. Медленный, но красивый трюк. Давайте поприветствуем Арнас Гибеша, Литва. Узнать побольше об этом спортсмене вы можете на его личном сайте arasfreestyle.com. Амтус Придер. Положение распорка. Думаю, будет стопи. Стопи. Эндо 180. Не теряя контроля, выходит Вилли. Down Circles. Один из очень сложных трюков. Блокировка. No hands. No hands in down. Прекрасно! Очень красиво! Красивый трюк. Приятно смотреть на спортсмена. Вот это было здорово! Подиум. Этот трюк называется подиум. Круги в положении подиум. Даже не знаю, как это называется, но это очень круто. Давайте поприветствуем Арнса. Молодец. Эндо 180, попытка сделать кенгуру. Дед спин. Вращение в правую сторону. Положение свитчбэк. Этот райдер отличается тем, что очень хорошо себя чувствует в положении задом наперед. Вес задом наперед. Делает
делает множество трюков или в положении свитчпэд. Прекрасный контроль. Абсолютно свободно себя чувствует положение, в этом положении спортсмен. Свитчпэд бернаут. Давайте поприветствуем. Это сложнейшие трюки. Накручивает обороты. И это очень красиво. Вот такие круги. Не представляю, чего стоит, сколько нужно тренировок, чтобы это сделать. Молодец, Арнас. И заканчивает свое выступление спортсмен Арнас Гибежа, Литва. Здесь действительно было на что посмотреть. И заслуженный аплодисмент. Еще раз поприветствуем Арнас. Ты молодец.